Всем добрый день, значит, ну, про насадки я вам рассказал, про тонкость, значит, с раздвижными этими трубами, вот, значит, резьбы у меня здесь сделаны, ну, 3-сантиметровые, раньше, значит, изначально я хотел сделать, чтобы была одна труба вставлена и просто насадки вот они, ну, которые одеваются на фаркопы, снимались, но потом решил сделать две трубы, это я заварю вот эти части, верну и заварю. А кольца будут меняться под любой фаркоп, соответственно, ну, разбираться будет и меняться. Что касается, значит, железа, во-первых, я очень удивился, какой сейчас дорогой металл. Соответственно, халявного мне только досталось вот такие вот трубы, которые вот на машинке, вот там две трубы, они у меня были. Остальное все пришлось покупать и заказывать, точить. Соответственно, вот этот лист металла, это шестерочный металл, вот, бэушный. Соответственно, здесь я сейчас размечу с центрами, все сделаю. Два треугольника под косынку. Вот. И будет две части. Нижняя часть и верхняя. Потом размечу, просверлю дырки. Значит, под каждый автомобиль с разным развалом труб. Вот. Соответственно, вот и вся конструкция. В принципе, все болванки я уже заказал. Вот. Так что остается только варить, точить, ну и как бы собирать все в кучу. Соответственно, вот так вот у меня будет центральная труба, вот, с центральным кольцом. Вот так, это не та, вот она. Вот. Вот центральная будет труба. Вот, вот таким вот образом. Здесь будет по бокам. Вот. Вот таким вот образом. Вот. Соответственно, вот здесь будет центральный болт, который меняться не будет. Он будет просто вот, вы взяли под нужный вам размер развала схождения, сделали. Вот, вот и вся, в принципе, система. Единственное, теперь надо все четко разметить, просверлить и собрать. Вот. Всем удачи, до новых встреч.